Яндекс – медиагигант, который захватил всевозможные отрасли в Российской Федерации. Путешествия, фильмы, игры, хобби, спорт – все что угодно. Но за всей этой красивой и яркой картинкой, громкими лозунгами на самом деле скрывается нечто иное. Закурить не найдется? Найдется все. Поисковая система Яндекс. Но неправда. К примеру, если сегодня попробовать найти Марию Овсяникову в Google картинках, то там покажут, как она выражает протест против войны. А вот что показывает Яндекс. Российский поисковик уже давно тесно связан с Кремлем и выполняет любые его требования. Тогда стало понятно, что это будет большой бизнес. Впервые Яндекс пересекся с путинской цензурой в далеком 2008 году, в самый разгар войны в Грузии. Об этом подробнее рассказал бывший сотрудник корпорации изданию «Проект». Приехали замруководитель администрации президента Владислав Сурков, его зам Константин Костин и еще один жутко засекреченный чувак. Стали говорить, что у вас за безобразие происходит. Расскажите, как работает сервис, а мы вам расскажем, как он должен работать. Они пришли решать вопрос, не договариваться. А чуть позднее Кремль наладил отдельный канал связи с компанией. Для менеджера Яндекс Новостей потребовалось заводить специальный телефон для звонков из Кремля. Чиновники стали регулярно названивать, требуя объяснить, почему та или иная новость попала в топ Яндекса. Эта коллаборация трансформировалась в долгосрочное сотрудничество. Один из сотрудников Яндекса подвел итог десятилетия совместной работы. В 2019 году действующий сотрудник Яндекса, специализирующийся на машинном обучении, случайно обнаружил удивительную вещь. На главной странице использовался негласный белый список, состоящий из 15 изданий. Белый список означает, что есть 15 изданий, которым при абсолютно любых раскладах обеспечено вхождение в топ. Если проще, то Яндекс специально вытеснял независимые СМИ из выдачи, зато охотно продвигал 15 прокремлевских изданий. Так постоянную прописку в топах получили такие пропагандисты, как Киселев, Скобеева, Соловьев, Симоньян и прочие. Обновленный поиск Яндекса создан для того, чтобы пользователи экономили свое драгоценное время. По заявлениям самого Яндекса, эти цензурированные новости ежемесячно видели десятки миллионов людей. Главная страница Яндекса пользуется около 100 миллионов человек в месяц. Поэтому все изменения мы стараемся делать осторожно. Помимо главной страницы с пропагандистскими статьями, Яндекс упорно работал и над поисковой выдачей. Она должна держать своих пользователей в максимальном информационном вакууме. Сначала поиск выбирает из миллиардов, потом из миллионов. Через какое-то количество этапов остаются те 10 сайтов на первой странице, которые лучше всего решают задачу пользователя. И эту десятку очень легко контролировать. Например, в прошлом году во время выборов в Госдуму Яндекс просто удалил из выдачи сайт умного голосования. Иногда в Рунете просто нет достаточно хорошего или полного ответа. Годом ранее по запросу «Навальный» Яндекс показывал негативные и фейковые публикации о оппозиционере. Так в топ поднялись «Безграмотность Навального может привести Россию к экономическому краху». Блогер Навальный пожаловался на маленькие суммы пожертвований в ФБК. Портрет в лифте. Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали. Наша задача среди сотен миллиардов документов, которые содержатся в интернете, найти тот, который максимально хорошо отвечает на конкретный запрос пользователя. Эта выдача спровоцировала шквал негатива в сторону Яндекса, за что компания потом приносила извинения. Мы хотели бы извиниться перед всеми людьми, которых обидел или оскорбил наш неудачный продукт. Самая сильная цензура медиагиганта началась 24 февраля 2022 года. Это была полная цензура на новости о войне. Бывший руководитель Яндекс Новостей Лев Гершезон на это заявил следующее. Сегодня шестой день войны. Шестой день, когда на главной странице Яндекса минимум 30 миллионов российских пользователей видят, что никакой войны нет. Тысяч погибших российских солдат нет. Десятков погибших под российскими бомбежками мирных жителей нет. Нет десятков пленных, нет огромных разрушений в разных украинских городах. При запросе «Буча» в Яндексе до сих пор показывают самый обычный город, когда все знают, что русские убивали там сотни людей на улицах, а сам город пытались уничтожить.
История Яндекса – это прекрасная иллюстрация трансформации российского национального достояния в очередное бездушное орудие Кремля.